Всем большой привет! Меня зовут Юля, рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь и спасибо за лайк. Сегодня с вами пойдем в гипермаркет «Лента». Это город Курск, улица Энгельса. Посмотрим, что здесь нового именно в посудном отделе, в нашем любимом девчонке. Поэтому держимся как можем изо всех сил. Ой, это касается сейчас меня. Как бы мне здесь что-нибудь не скупить или не прикупить. Приятного просмотра! Сразу обратила внимание вот на эти стаканы и бокалы. Какие же они красивые все-таки. Я их уже как-то здесь видела, но их здорово разбирают. Там оставался один или несколько. 240 рублей он сейчас стоит. Бордо. Такой цвет красивый очень. Это у нас делает, конечно, Китай. На 260 миллилитров он идет, стаканчик сам. Натрий, кальций, стекло здесь у нас. И еще есть такие синие. Видите, их мало, поэтому они сейчас по акции 170 рублей. Сейчас покажу их поближе. А вот и наш синий красавчик. Тоже глубокий такой цвет. Очень приятно держать в руках. Ну, в общем, думаю, что вы и сами все видите. И хочу показать вам бокалы. Бокал остался вообще синий один. Но я знаю, что эту серию очень хорошо разбирают. Ее и в интернете заказывают. 189 рублей. Ровно Китай на 150 миллилитров. А здесь у нас уже бокал бордо другой, но тоже один. 300 рублей он стоит на 310 миллилитров. Большой такой, царский. И смотрите, здесь есть сколы. Высокий прозрачный стакан еще есть вот такого варианта. Натрий, кальций, силикатное стекло. 60 рублей. Делает Россия. На 315 миллилитров он. Поменьше. 60 рублей. На 230 миллилитров. Но вот эту серию мы уже с вами видели неоднократно. Не только здесь, но и в фикс-прайсе. Полностью она укомплектована. Бокал для шампанского 70 рублей. Делает Россия. Это стекло на 200 миллилитров. Здесь, кстати, тоже все по 70 рублей. Тоже интересная серия. Решила вам показать кубастенькие такие стаканчики. 80 рублей он стоит. 350 миллилитров. И еще есть немножечко пониже и потолще. Смотрите, какое дно. 80 рублей на 300 миллилитров. Вообще выбор большой, можно выбрать что-то для себя. От Паша Бахче у нас по 90 рублей на 365 миллилитров. Как я называю, тонированное стекло. Смотрите, какие ведра для шампанского, для льда. Это металл трехлитровый для охлаждения напитков. Удобные ручки по бокам. 430 рублей стоит такое ведро. И еще есть побольше. Побольше посмотрим. 970 рублей. Шейкер мерный. 400 рублей. Мерное деление. Рецепты самых популярных коктейлей. И для приготовления коктейлей он используется. Упакован. Все как нужно. 400 рублей. Стекло и нержавеющая сталь входит в состав. Делает Китай. А сколько же здесь всякой всячины, всяких таких мелких штучек для кухни любимой. Много-много всего. Какая интересная емкость для специй. Необычная крышка. 95 рублей она стоит. Делает Турция на 180 миллилитров. Вот такого простого формата для сахара по 125 рублей. Кстати, есть еще немножечко другой дизайн. Емкость с дозатором, какая маленькая, 110 рублей она стоит, на 180 миллилитров. Цвета разные, крышечек вот этих, которые открываются, разные, разнообразные, с ложечкой сразу, сахарница, 120 рублей. И мне еще понравилось, знаете, что вот такая мельница.
410 рублей она стоит, но выглядит симпатично. Здесь очень-очень много разной мелочевки. Хочется вам показать по максимуму. Набор для специй 100 рублей. Кое-где нету ценников. Приспособление для удаления сердцевины овощей и фруктов 50 рублей. Много, кстати, сейчас акций красных вот этих ценников. Это радует всегда. Декоратор для овощей конус. Чего только нет, не видела еще такого. Посмотрите, как красиво можно задекорировать овощи. Морковочку просто вот так вот будем натирать, потом заворачивать. И получается у нас очень красивая розочка. Также можно огурец. И все, что угодно, на что хватит вашей фантазии. 50 рублей стоит такая вещица, делает Китай. Оранжевая и зеленая есть. Девчонки, как вам идея пройтись по тарелочкам? Вижу, что-то новое здесь есть. Поэтому приступаем. Обеденная тарелка, 300 рублей. Есть зеленая, есть розовая. 300 рублей, я уже сказала, делает Китай. Это керамика. Сделано отлично. Никаких изъянов я не заметила. Далее от Luminarc. 280 рублей, делает Франция. Суповая тарелка, стекло, 23 сантиметра в диаметре. Такая же есть обеденная, но здесь уже 28 сантиметров в диаметре, и она, конечно, не такая глубокая, 280 рублей. Да, дороговато эта серия стоит. Есть еще действительно прямо серия, вот такая красная от Luminarc. 150 рублей стоит маленькая тарелка. Очень выгодно здесь брать посуду, когда по красным ценникам. Вообще, вот дальше мы с вами посмотрим красные, и вы в этом убедитесь. 160 рублей 21 сантиметр в диаметре. И из этой серии 25 сантиметров в диаметре 170 рублей. Какие гуси красивые. Осталось всего две тарелки с гусями. 350 рублей, обеденная 24 сантиметра. 130 рублей, суповая тарелка. Вот, кстати, 130 рублей, Luminarc. Очень красивая вот такая серия, по 149 рублей. Делает Польша. Это фарфор. Окантовка золотистая. И только посмотрите, сколько она стоила, или без карты будет стоить, 347 рублей. Тоже интересная серия со звездами, которые золотистого цвета, и окантовка здесь тоже каемочка золотая. Но цены нет, бесценно видно. 60 рублей. Обеденная тарелка. Посмотрите, насколько она плоская. 25 сантиметров в диаметре, делает Иран. Есть еще розовая. А еще вот внизу я нашла голубую. А вот эти тарелки от Пашабахче как будто разрисованные кисточкой. 190 рублей стоит суповая вот такая. 22 сантиметра в диаметре. Обеденная 200 рублей. И есть еще маленькая, 160 рублей, 19,5 сантиметров в диаметре. Кстати, предыдущую мы смотрели, есть они еще маленькие, но тоже без цены. Очень красивые, смотрите, полупрозрачные. От Luminarc тоже. К сожалению, нет цены на нее, но есть цена далее на обеденную. 170 рублей, 25 сантиметров в диаметре, делает Франция. Ой, какой красивый цвет, посмотрите, насколько он нежный и глубокий одновременно. Тоже, к сожалению, не указана цена, я думаю, что сейчас идет переоценка. Обычно в ленте, особенно на посуду, на тарелке, всегда цены указаны. Какая красота, посмотрите, 130 рублей, десертная тарелка.
неровная каемочка серебристая. Фарфор делает Китай. 19 сантиметров в диаметре. Очень милая, милашка. И побольше из этой серии такая же цена. Вы только посмотрите. 130 рублей. Обеденная. 26,5 сантиметров в диаметре. Вот то, о чем я вам говорила. Очень выгодно брать по красным ценникам, когда шикарные акции здесь. По 60 рублей вот такие от Паша Бахче. Здесь у нас идет натрий-кальций-силикатное стекло, и оно идет уплотненное, как указано на этикетке, как указывает производитель. Немного общего вида давайте возьмем. Ой, а здесь какая-то серый цвет, но немножечко, знаете, голубым даже отливает. 110 рублей от Luminarc, Франция, 19 сантиметров, десертная. Просто не могу не показать вот такие милые салатники. Я думаю, что они, конечно, больше порционные. 100 рублей сейчас они. Это Польша делает, 14 сантиметров в диаметре, фарфор. Салатник еще есть вот такого плана. Luminarc делает, 50 рублей, 12 сантиметров в диаметре. Это стекло. Luminarc делает, Франция. И здесь у нас также красота. Салатники по 70 рублей. Фарфор. Это еще коллекция рождественская, но очень красивая. Есть светлый цвет и синий. Очень мне нравятся вот такие звезды. Всегда красивое, что-то необычное. 180 рублей. Сервировочная такая тарелка, 19 сантиметров на 19, это фарфор, делает Китай. А как вам вот такой салатник? Кстати, пишите в комментариях, давайте пообсуждаем, что вам понравилось больше, что бы вы приобрели, а может быть что-то у вас уже есть. 150 рублей стоит вот такая красота, 13 сантиметров в диаметре, это резное стекло. А вообще лента сегодня удивляет. Посмотрите, какой красивый лебедь. Это икорница. 200 рублей она стоит. Делает Китай. Сервировочные тарелки рыбешки. 100 рублей. Это фарфор. Делает Китай. Из серии необычных сервировочных тарелок 200 рублей стоит вот такая ракушка. Фарфор, Китай. 25 на 18 и на 2,5 сантиметра. Маленьких рыбешек мы с вами посмотрели, а за 180 рублей есть еще большая. А здесь у нас селедочница. 230 рублей. Стекло 13 на 11 сантиметров. Делает Китай. Друзья, на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Спасибо вам за внимание, за лайк и подписку на канал. До новых встреч. Всем пока. Берегите себя и близких.